Югра получит дополнительные средства на выплаты медикам, которые работают с ковидными больными. Об этом губернатор Наталья Комарова рассказала на заседании оперштаба. Правительство Российской Федерации выделило дополнительные 3 миллиарда рублей для единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, заявила глава региона.